узнаю, что ты она ошибся. Пришла, если я ее правильно. Никогда не видел. Найди, где три банана. Какая? Молодец. Зима. Покажи, где 9 абрикосов. 8 абрикосов. Ты ошибся. 8 абрикосов. Ты ошибся. 8 абрикосов. Подумай еще. 8 абрикосов. Молодец. Ой. Найди, где 10 помидоров. А, посчитай, знаете, сколько стульчиков. Молодец. Громче. Посчитай осликов. Зима! Какая бывает зима? Подумай еще. Посчитай осликов. Да, да. Посчитай когда я был маленьким, осликов. Мой дедушка говорил, что у меня на удивление большие уши. И земля... Не земля! Зима! Земля! Оранжевый. Зима, уши, всю рыбу распугали. Зеленый. Коричневый. Извините, пожалуйста. Получился абрикос. Что такое зима? Нажми левую кнопку мыши и води курсором мыши по рисунку. Да расскажи ты ему о зиме. Он же ее никогда не видел. Ну что тут рассказывать? Зима. Это зима. Холодная. Снежная. Как это? Снежная. Ну... Падает сверху снег. А что такое снег? Снег, деточка, как птичий пух. Белый и мягкий. Нажми левую кнопку мыши и води курсором мыши по рисунку.